магазина Gearbest была получена флеш-карта с дымом Recard Samsung на 32 гигабайта. Цена виновница тоже стала оранжевого цвета. 32 ИМА, microSD, M1, UHS. UHS. Значит, коробочка пришла в пакетике, в простом пакетике с купюркой. Стандартная поставка. Invoice, 32 гигабайт, Samsung C10, стоит microSD memory card. Сама карточка упакована вот в таком фирменном пакете с логотипом, с кодом, то есть какую-то валидацию. Характеристики microSD UHS card. Написано, что up to 48 гигабайт, класс 10. На обратной стороне Титорн, Мадам Чайна, штрих-код. Видно, что продукт для китайского рынка, а так, что товар фирменный. Модель MB-MP32T. Интересно. И, соответственно, свежество, стандартный размер. Планирую использовать для телефона, так немножко сэкономил память. Быстрая доставка, хорошая цена. Спасибо магазину Gearbest.